Итак, друзья, для чего нужна система PRM? Она нужна для автоматизации и обучения людей строить бизнес. Смотрите, например, в любом бизнесе есть вы, как владелец бизнеса или менеджер, который представляет ваш бизнес и продвигает на рынок, и есть потенциальный партнер или клиент, которому нужно донести какую-то мысль, с которым нужно заключить контракт и заключить сделку. Редко сделки заключаются с первого раза. Ну, может, конечно, и такое случится, но обычно это бывает в несколько этапов, несколько встреч, переговоры, вы даете какие-то материалы, проводите какие-то презентации, отправляете какие-то материалы по почте, созваниваетесь. И, соответственно, это называется вести клиента. Вот система PRM, она позволяет вести клиентов и вести партнеров, не потеряв ни одного звонка, ни одной встречи, отслеживая всю историю с ним. А вообще она, в принципе, создавалась для бизнеса MLM, где четко прослеживается пошаговая структура встречи, работы с человеком до запуска в бизнес и плюс потом следующие шаги, прежде чем этот человек научится бизнес делать самостоятельно и запустит его. Это называется система дупликации. И система PRM очень четко для этого простроена, для масштабирования бизнеса. Вот. И прежде чем мы перейдем к тому, как это все работает, давайте посмотрим, как систему PRM установить на свой смартфон. Мы с вами рассмотрим установку на смартфон на платформе Android и на смартфон на платформе Apple. Итак, начнем со смартфона на платформе Android. Заходим в Play Market, находим, набираем PushMe PRM. Это пишется вот так. И вот мы видим вот такой значок и нажимаем скачать. Установить. Система загружается. Вот, вот она установилась. Открываем. При первом запуске система сразу автоматически выдает вам подсказки. Ну, она показывает возможности кратенько, так как наша версия делалась под систему бизнеса MLM, то есть система, установившись на телефон человека, сразу автоматически считает потенциал, сколько он может заработать, используя данную систему с того списка контактов, которые есть в этом телефоне. Ну, нажимаем дальше. Войти можно через Facebook и можно войти, используя партнерский контракт в DST. Итак, друзья, мы с вами войдем через профиль Facebook. То есть на сегодняшний день профиль Facebook есть практически у всех людей. Итак, нажимаем кнопочку ОК. Вот, система нам показывает, сколько дней у нас еще возможно использовать без лицензии, то есть бесплатно каждый человек может пользоваться, 30 дней ему дается абсолютно бесплатно. После этого уже нужно будет, если система понравится, купить лицензию. Лицензия стоит $8 в месяц, вполне доступная цена. Вот, и соответственно, если это улучшает ваш бизнес на 20, 30, 50 или 100%, ну, конечно же, для вас это не деньги. Итак, нажимаем ОК. Дальше, при первом входе система нам показывает и дает подсказки, вот вы видите на своем экране, пальчиком можно вправо, влево водить, да, для того, чтобы перемещать контакты. Ну, давайте нажмем вправо, и вот у нас открывается меню. Вверх-вниз его прокрутим, то есть можем посмотреть, что здесь у нас есть, да, но мы это будем разбирать подробнее, поэтому давайте вернемся в самый верх меню, чтобы я вам показал. Заходим в раздел «Возможность», и здесь нам система автоматически на основе нашего списка имен, который у нас загружен в телефоне, считает потенциал нашего заработка, сколько мы можем заработать
используя просто свой список имен в телефоне и систему PRM. Ну вот, согласитесь, $4000 в месяц неплохо будет для списка из 40 человек. Давайте дальше теперь посмотрим возможности системы. Ну, нажмем, например, на Кирилла. И вот вы видите, как система опять нам предлагает подсказочку. Нажмем на экран. Мы можем, опять подсказка, продвигать людей вправо-влево. Нажимаем на экран. Вот. Окей. Система обучения закончена. Как видите, все очень просто. В левом верхнем углу возвращаемся назад, нажимаем на стрелочку. Вот здесь мы видим, мы открыли контакт. Для того, чтобы данный контакт попал в обработку, есть несколько способов. Первый способ. В правом верхнем углу нажимаем карандашик. Открывается контакт, и в правом верхнем углу нажимаем «Сохранить». Здесь мы чуть позже посмотрим, какие данные еще дополнительно можно по контакту нажать. Сейчас пока это рассматривать не будем. И вот наш контакт. Теперь что мы можем сделать? То есть, если вернемся к нашей схеме, наша задача провести человека через серию этапов до контракта. Да? И вот, соответственно, нам нужно сконтактировать с человеком. Каким образом это можно сделать? То есть можно позвонить по телефону, можно отправить e-mail письмо, можно отправить SMS, можно отправить сообщение через мессенджер PushMe. Неважно, каким способом вы связываетесь, ваша задача назначить встречу с человеком и провести переговоры. И, соответственно, ну, допустим, давайте рассмотрим звонок. Звоним, допустим, Кириллу, нажимаем «Позвонить», выбираем телефон. Звонок, мы видим, что может быть через разные системы, мы звоним по телефону. Нажимаем на звоночек «Звонить». Вот идет звонок, но мы сейчас звонить не будем, сбросим. Назад вернемся. Итак, после звонка система нам предлагает. Во-первых, мы видим, что все звонки системы отслеживают и все наши действия. После звонка она нам предлагает записать, чем закончился звонок. Ну, если вы дозвонились, конечно. Вот в данный момент мы сбросили, поэтому такого предложения нету. И сразу же можно после звонка передвинуть человека на следующий этап. Но мы вот сейчас здесь нажмем на кубок. Вот откроется вот такое меню, и мы передвинем его в следующее состояние, сконтактирован. Если у нас назначена сразу встреча, мы передвигаем дальше и, соответственно, переводим человека в раздел «Переговоры». Давай вернемся стрелочкой вверху назад. Вот в данный момент все наши действия система записывает. Что здесь еще хорошо? Допустим, если у вас новый менеджер или новый дистрибьютор, который еще ничего не знает, что говорить, как звонить, вот мы можем перейти в настройки слева, в меню, двинуться вниз, нажимаем настройки, и вот здесь есть разделы шаблоны. То есть заранее создать шаблоны, или, как это еще их называют, скрипты разговора по телефону, скрипты, готовый текст для отправки смс-сообщений, готовый текст, там, первый, второй, третий, например, для отправки по электронной почте. Соответственно, в зависимости от того, на каком этапе находится у вас человек, то ли первая встреча назначена, то ли вы ему уже дали материалы посмотреть, и, соответственно, вам нужно повторную встречу назначить с человеком или заключить контракт, на каждом этапе будет отдельный скрипт. Все, что вам нужно будет сделать, это выбрать готовый скрипт. Это вы создадите со своим спонсором или со своим наставником, то есть человек, который вас обучает бизнесу. Ну, а у нас в системе это будет загружаться автоматически, скрипты
для людей, чтобы они могли развивать бизнес. И новичок, он не задумываясь, делает очень простые действия. Контактирует, передвигает человека, его задача передвинуть от этапа стартового до этапа контракта. Соответственно, все это система отслеживает. Ни одного человека, ни одного звонка, ни одного разговора вы не забудете, потому что система все документирует. Ну, давайте вернемся к списку. Вот. Вот наш список, и мы видим, на каком этапе, вот мы видим, сейчас мы обработали один контакт, он перешел в раздел «Бизнес». Но у нас помимо этого, вернемся в меню, чуть-чуть продвинемся, мы видим, что есть разные этапы. И система нам показывает, кто на каком этапе находится и сколько человек на каком этапе. Ну что ж, друзья, если вам понравился данный ролик, ставьте лайк и делитесь им в социальных сетях, поделитесь со своими друзьями, и мы тогда будем снимать больше роликов, чтобы вы могли их использовать в своей жизни. Спасибо!